Всем привет! У нас зима второй день. Очень холодно. Идем в ночное время в магазин. Есть у нас здесь рядышком магазин круглосуточный. Лента. Праздник. Надо кое-что приобрести. Пойдемте со мной. Куличи пасхальные. Цены, конечно, это. Печь я в этом году не буду. Думали, что в 10 часов вечера народу будет поменьше. А нет. Как-то симпатично все сделано. Сейчас насобираем, потом я отсчитаюсь. Так, мне нужно... Так. Ладно. Приспособление для крашения яиц. Магазин «Лента» называется. Он недалеко от нас. Как бы есть все, но мы в последнее время сюда ездим. Ночью. Здесь что-то народу-то. А, вот что мне нужно. Так. Сейчас я повыбираю, а дома мы потом рассмотрим все. Любимая обувь. 500 рублей, что-то дешевле стало. Мы вообще по 800 покупали. Сад-огород. Красная смородина. Ну, мы в этот питомник поедем, да? Красота, конечно, парники. У нас рядышком, совершенно рядышком, есть питомник «Оазис». Вот там очень хорошие саженцы. Что говоришь? Сахарная Анастасия. Это что? Нам помидоров не надо. Не знаешь, что надо? Вот одно, эти горшочки. Горшочки для рассады. Так, вот это. А за хоску нужно. Что еще мне нужно? Цена-то 4500. Вообще хорошая цена. Вот еще отпариватели. Вообще хорошие. Хорошее дело. Аэрогриль. Вот такой блендер, да.
увлажнитель воздуха, гель для душа, всего за 200 рублей. Орхидея, пена для ванн. Вот здесь фиксированная цена 199. Колготки. Крем-спрей для волос не смываемый. Так, вот у них собственное производство. Опять куличи здесь. По 49. Вот демидовский хлеб, ну какой-то он светленький, но возьмем оригинальный. Кому попадется, возьмите, попробуйте. Торты. Здесь, конечно, соблазнов очень много. Бисквитный двор, как бы в основном мы берем, но не знаю даже. Сейчас мы посмотрим, у нас там половинками есть, продают. Здесь у них. Можно одну какую половину? Получится какую? Выбрали вот такие торты. Очень удобно, когда вот половинками продают. Конечно, выбор у них хороший. Морсы. Я дома сама сделала. Молоко сгущенное, их производство. Вот оригинальный безалкогольный напиток Royal Cola Zero. Я тоже думала, что сначала алкогольный. Кстати, класс, что ли, купить? Здесь отдел овощей. Не знаю, сейчас посмотрим, возьмем что-нибудь. Печень сейчас возьмем. Извините, пожалуйста, печень пару кусочков. Пару кусочков печени. Говяжий, ну какой-то непривлекательный. Кабачок фаршированный с фасолью. Шницель. Котлеты куриные, овощи, гриль. Перец фаршированный. В разделе заморозка пельмени хотела вам показать оригинальные вареники. Вот именно вот эти братцы вареники. Вот именно вот эти вареники с сырым картофелем, луком и салом.
купите, не пожалеете. Посмотрим. Так, вот молочка. Ага, вот молочная благодать. Мы ее и купим. Термостат и просто сметана. Так. Небольшой обзор наших покупок. Время 1:00 ночи. С магазина приехали. Красители. Это для яиц красить. Для макарон в сырном соусе Маги. Первый раз покупаю, попробую, расскажу. Шоколадка. Молочная продукция. Куличей. На неделю мы купили. Тортики. Это не Бородин, Демидовский хлеб. Попробуйте, купите масло 82%. Сметана молочная благодать. Ну и горшочки для рассады. Еще у них такая акция была до 16 числа. Ну, покупаешь на определенную сумму товара. И есть там стенд, и берешь там носочки, они выкладывают. Ну, такая мелочь. И совершенно бесплатно. Ну и вот тиктокеры тоже. В принципе, и все. Ну, а, еще там мясо купили, печень. Ну, все как у всех.